Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как подготовить корову к зиме. Совсем скоро придут зимние холода. В подготовке к морозным дням особенно нуждаются сельскохозяйственные животные. Наиболее остро переносят наступление зимнего сезона коровы. Как подготовить корову к приходу зимы? Рассмотрим подробнее основные советы на эту тему. Прежде всего, позаботьтесь о помещении, в котором коровы будут жить зимой. Оно должно быть теплым, без малейших сквозняков. Желательно, чтобы пол был в нем деревянным. Бетонные полы даже при наличии большого количества соломы остаются холодными. Еще до наступления зимнего сезона заранее позаботьтесь о соломе для подстилки. Правильное кормление коровы в любое время года – залог крепкого здоровья животного. Особенно оно важно в зимний период. Рацион коровы зимой обязательно должен состоять из сена, комбикорма и корнеплодов. Всем фермерам рекомендуется помнить о том, что резкая смена кормов в рационе вызывает у животных изменения микрофлоры рубца и приводит к нарушению функции пищеварительного тракта. Поэтому переход на зимний корм нужно проводить постепенно. Особое значение для здоровья коровы имеет чистая свежая вода. Помните о том, что в зимнее время воде необходимо постоять в коровнике 10-12 часов, чтобы согреться до температуры помещения. Также специалисты советуют установить в коровнике специальные баки или чаны для воды. Не забывайте о том, что ежедневно корове нужно 3-5 ведер воды. Подготовка коров к зимнему периоду должна проводиться без нарушения их режима дня. Старайтесь в одно и то же время кормить, доить, поить и чистить коров. Не меняйте режим доения. Если летом дойка была трехкратной, то зимой нельзя переходить на двухкратную. Такой переход неизбежно ведет к снижению продуктивности, а часто и к самозапуску коров. Содержание коровы зимой – непростое дело, ведь именно в этот период у большинства особей происходит отёл. Проведенная заранее подготовка коров к зиме поможет снизить стресс от наступления холодов у животных. Следуйте перечисленным советам и входите в зимнее время с минимальными трудностями при содержании вашей коровы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!